Однажды очень богатый человек взял своего сына в поездку по стране с единственной целью – показать мальчику, что значит жить без денег. Несколько дней они провели на ферме у очень бедной семьи. По возвращении домой отец спросил, понравилась ли ему поездка. «Понравилось, отец», – ответил мальчик. «Видел, как бедны могут быть люди?» – задал вопрос мужчина. «О да», – последовал ответ. «А что ты извлек из нашего путешествия?» – вновь спросил отец. А сын ответил. «Я видел, что у нас одна собака, а у них четыре. У нас бассейн до середины сада, а у них ручей, которому нет конца. У нас в саду светят заморские фонари, а у них ночью сияют звезды. У нас терраса до переднего двора, а у них просторы до самого горизонта. У нас небольшой участок земли, на котором мы живем, а у них бескрайние поля, которые нельзя окинуть взглядом. Мы покупаем пищу, а они выращивают ее сами. У нас вокруг дома стены для защиты, а у них друзья». Отец мальчика застыл в онемении. И тут сын добавил. «Я понял, как мы на самом деле бедны. Мы слишком часто забываем о том, что имеем, и сосредотачиваемся на том, чего у нас нет. Что для одного из нас дешевая вещица, для другого ценный приз. Все зависит лишь от того, с какой точки зрения на это посмотреть. Иногда мнение ребенка напоминает нам о том, что действительно важно в этой жизни». Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся!